Время лучших комментов. Мандивной с вами, всем привет, и сегодня мы будем поигрулькивать в Хардкуб. И досмотрите данное видео до конца, потому что в конце будет розыгрыш двух этих игр в Стиме. Вот такие вот дела. А мы поехали играть. Я уже немножко ее поиграл, самую малость, чуть-чуточку. И давайте сначала поиграем парочку уровень на летающих островах, потом у нас будет вестерн. Как видите, тут еще есть зима, тут еще есть Skyfy. Вот пока только вот 4 локации, может в будущем еще будут. Ну, обучение нас не интересует, но мы профессионал. Какое обучение? Какое обучение? Давайте пройдем сразу с этого уровня, 1.7. Что мне нравится в этой игре? Кстати, очень напоминает мне старую игру Баланс. То, что тут есть пару путей прохождения данного уровня. Мы можем пройти через эти поршни, а можем пройти справа, там, типа, паркурить. Но мы будем повелителями этих кубов. Повелителями мы пройдем игру без единой ошибки. Мы ни разу не упадем, конечно же, ни разу не упадем. Я же натренирован. Вот это, кстати, я не знаю, как пройти. Так, мы натренирован, мы это пройдем. Раз. Профессионал, хочу сказать. Давай, проходи. Кстати, эта игра же есть в Стиме. И сейчас на нее я смотрел, дикая скидка. 50%. Она стоит там вообще копейки. 50 центов где-то. 50%, 50 центов. И можете купить вполне. Даже если выиграете, вы можете другу подарить вторую игру. Очень классно за ней поубивать время. Я в нее поиграл с удовольствием. Вот уже играю, наверное, ну, час-два. Решил записать. Посмотрел, думаю, не, ну это годнота, надо записать. Маленькая игра, очень мало в ней поиграла, но она тех копеечек стоит. Вполне побивать время, довольно интересно. А у меня просто еще ностальгия по старым играм, поэтому для меня эта игра вообще удовольствие. Ух ты ё, а вот это как вообще тут пройти? Нет, минки! Черт их подери, эти мины! Это сложный уровень, на самом деле. Но я почти не фейлюсь, что, как вы заметили, я уже натренировался. Хотя на сафари я еще ни разу не играл, ни на одной карте, поэтому посмотрим, что там будет. Там, чувствую, вообще будет жутко сложно. Ох, Нет, а что же эти мины? Так, ладно. Забудем, что я играл тут. У нас есть сафари. Я уже прошел до туда, поэтому давайте переснем по-хитрому, пойдем вестерн, точнее, это не сафари, это вестерн. А, тут у нас шляпки вместо... О, вначале профейлился! У нас тут шляпки вместо... как же, боже мой, вместо зонтиков. Ой, ты тю. Я не профейлюсь этот раз. Сейчас. Нет. О, как хорошо. Мы прошли этот момент. Ага, тут надо просто перепрыгнуть. Тут довольно просто. О, да, мы перепрыгнули. Как я понимаю, а вот эти кубики, не знаю, походу не рушатся, когда ты на них прыгаешь, поэтому... А, не. Ладно. Вот тут как-то сложно, надо вот так сделать. Тогда а! Нет, не подстрех, блин. Пиу! Ладно, так, тут уже лучше вот так идем. Не, ну игра крутая, вот... Знаете, в нее. Да черт я подери. Ну я. Мне надо. Нервы трепают, а? Да мне на самом деле все игры нервы трепают. Я не умею играть в игры, проигрывая. Мне надо во всем выигрывать. Нет. Чертовы поршни. Очень интересная задумка. Кататься мячиком по кубикам. Такое ощущение, что. Это некий посыл расизма. Потому что, почему мячик проходит кубики? Глубокая мысль где-то в этом вообще находится, да? В чем смысл бытия, когда шарик котится по кубикам? А возможно, это наш мир? Возможно, это показатель наших всех плохих качеств? Расизма? Убийства людей? Уничтожения и войн? Да не, бред какой-то! Да. Мы пойдем этот уровень. Этот уровень мы пройдем точно. Хотя бы один. Ну пожалуйста, пощади. Не убивай, подумай. Так. Сейчас попробуем. Вот так. Ох, как хорошо мы это сделали.
Так. А тут... Блин, я не сильно понял, как тут проходить. Вау! Ну, мы прошли. Мы прошли, это главное. Так, я не совсем понял, что эти кубики делают. Они вроде бы не разрушаются. Может, надо не просто поставить, чтобы они разрушались? Ну, я как-то не хочу проверять. А, они чуть не прижали. Кстати, заметьте, а вот эти поршни круглые. Что-то это точно значит. Автор, колись. Точнее, не надо колоться, просто расскажи, почему. Как тебе пришла... А тут цилиндры. Рай... Рай любого учителя математики. Да я ж прыгнул-то, блин! Прыгнул-то! Почему это так сложно? Нет! Я чувствую себя жутко ракообразным, будто у меня клешни. Чик-чик. Я не знаю, в чем проблема, но попробуем еще раз. Давай. Он прям в бит бьет, заметьте, эти цилиндры прям в бит били. Тум, 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 тум. Ладно. Я вот так тихо делаю. Вот ее. Не, все, я примерно понял, как тут тайминг рассчитывать. Вот тут я вообще никогда не пойму, как проходить этот уровень. Но как-то вот так я его все время прохожу, и у меня это получается, это главное. Вот, вот те чертовы кубики, они меня бесят. Раз. Ну тут легко, тут тоже легко. Главное не профейлиться. Да почему же я прыгаю, оно не прыгает? А все потому, что я ракообразный. Ракообразный. Эта игра точно мне хочет свести с ума. Разработчики, я понял вашу цель. Вы хотите меня свести с ума. И у вас это получается. Я уже ничего, кроме этих квадратов, не вижу в своей жизни. Квадраты. Это небытие. Так. Вот так. Все, победка, на победку, ребята. Это на победку уже. Это уже прям на победку. Да черт тебя подери, нет, ни хрена не на победку, я соврал вам. О, я тут подумал, а если вот так в наглую прыгнуть? Хотя это... О, ну, блин, да, у нас получилось. А можно вот так проехаться, попробовать? О, неплохо тоже. Кстати, довольно удобно иногда в некоторых случаях переключать камеру по-другому. То есть, ребята, экспериментируйте с камерой, если вы хотите поиграть в эту игру, потому что от камеры очень зависит сложность прохождения данной игры. Опа. Ну тут мы пройдем, тут мы пройдем. Чепронь. Все. Самый сложный момент в этой игре. Yeah! We are the champions. We are the champions. О-та-та-ра-та-та-та-та-та-та. На этом закончим. На этом закончим. У нас еще конкурс. У нас еще конкурс, ребята. О, кстати, довольно красивый уровень. Блин, почему я сразу на нем не был? Ну вот, кстати, красиво сделано. Вот, вроде бы все простенько, но выглядит очень стильно. Особенно мне очень нравятся эти палаточки. Точнее, фигвамы, которые находятся там. Очень красиво сделано. Все, давайте закончим эту игру. Ау, мы снова тут, мы снова с вами. И чтобы поучаствовать в розыгрыше данной игры, вам надо всего лишь сделать парочку простейших движений. Это зайти в мою группу ВКонтакте. Увидеть пост с этой игрой, да. Он будет самым верхним. Сделать репост данной записи и подписаться на группу. Все очень просто. Условия, опять же, будут написаны в описании данного видео. И также будут написаны на самом посту с данной игрой, скажем, вот так. И победители будут, знаете, когда оглашены? Я сейчас скажу вам, когда. 27-го, давайте во вторник, 27-го числа, будут оглашены победители. Где-то в середине дня. Я это напишу в группе, кто победил. Призы обязательно отдам, вы все большие молодцы, я вас всех очень люблю, ребята. Пишите еще, какие игры мне поиграть. Я прислушаюсь, посмотрю, поиграем вместе, повеселимся, побесимся. Почему бы нет, это прикольно. Всем пока.